Пьяный студент одной из ВНУ разгромил АЗС, что недавно открылось в Гомеле. Молодый человек пошкодил терминал, электропроводку, заправочный пистолет, раскидал в огнетушители. Как поведомили в управлении внутренних справ, инцидент отбылся поздно в ночи на автоматичной заправце на улице Сярогина. Нарад милиции зауважил хлопца каля платежного терминала. Он заявил правоохранникам, что хотел заправить машину, однако поблизу никакого автомобиля не было. Потом хлопец поспробовал утячи. У дочинения до его распочата криминальная справа по артикуле хулиганства.